Всем привет! Сегодня будем готовить колбасу по новому рецепту. Колбаса называется рубленная. Колбаса будет чистой из свинины, вот окорок и грудинка. Всего по весу у меня будет 2 килограмма. Получается 1600 грамм свинины и 400 грамм грудинки свиной. Мясо окорок. Я его просолил из расчета соли 20 грамм на 1 килограмм мяса. Из них 10 грамм нитритной, 10 грамм поваренной соли. Соответственно, 40 грамм соли я использовал на 2 килограмма мяса. По специям. По специям у нас сахар 5 грамм на 1 килограмм. Перец черный 1 грамм на килограмм. Мускатный орех 1 грамм на килограмм. Чеснок сушеный 1,5 грамма на килограмм. И перец душистый 0,5 грамма на 1 килограмм. Перекручивать будем вот на такой подрезной решетке, как она называется, Мерседес. Вот. Потом нам понадобится шприц, мясорубка, завязки и коллагеновая оболочка. Сейчас я перец на кофемолке или в ступке перемолю. Смешаю все и будем крутить мясо на фарш. Напоминаю я вам, что мясо подморожено, соответственно, и грудинка твердая. Это сделано для того, чтобы не отеплялось мясо и жир, и чтобы была лучшая структура мяса, и будет хорошо резаться, и не будет мяться мясорубкой, ножами. Приступим. Вот решеточка, мне это очень понравилось. Получается вот такая фракция мяса. Где-то, наверное, 55 на 5, наверное, миллиметров. Нормально. Жир, конечно, покрупнее, но я такой и хотел сделать. Получается, что сейчас я приправы все высыпаю. И начинаем хорошо вымешивать. В течение, ну, я думаю, минут 10-15 я буду мешать, чтобы волокна там выделились, нити мясные. И тогда начнем потом уже забивать колбасу. Приступим. Вот прошло минут 10-12. Вот так вот мясо все разбилось. На волокна тянется все. Теперь мясо холодное осталось, все равно не нагрелось. Сейчас все равно поставлю в холодильник. На час, наверное, где-то. Пускай фарш там чуть-чуть. Специи разойдутся в фарше. Еще раз перемешаю. И будем набивать. Пока сейчас подготовим коллагеновую оболочку. Замочим водой. Но показывать не буду. И
Завязки завяжем и будем набивать. Все, встретимся через час. Шприц мы набили. Теперь подводим, чтобы цевка была полная, воздуха не было. Отлично. И начинаем набивать. Стараемся, чтобы внутри колбасы не было воздуха. Вот такие батончики. Вот такая колбаса получилась. Смотрите, плотная максимально. Рисунок красивый. Прыгает. Все, таким небольшие батончики сделал. Вот. И рядом лежит, тоже приготовил сразу, сервелат зернистый. Если на копчение пойдет, то все сразу. Ладно, сейчас вывешиваю все в холодильник на усадку. И до завтра, думаю, до обеда. Висит, уплотняется, произойдет все равно какая-то ферментация, там соль с перцем совсем, и будем готовить, тепловую обработку делать. Вот прошли сутки, как колбаса наша висела в холодильнике на усадке, изменил цвет. Сейчас первым делом что делаем? При 60 градусах закладываем в духовку нашу колбаску и будем проводить обсушку и отепление сразу минут на 10. Колбаса прогреется наша, и потом поднимем температуру и будем обжаривать. Но это сейчас все покажу. Колбасу загрузили в духовку, температуру 60 градусов сделали. Сейчас на 11 минут прогреется, буду периодически открывать духовку, чтобы влага лишняя ушла. И потом включим температуру на 90 градусов и будем обжаривать. Ну вот, отепление прошло. Такая стала плотная. Сейчас повышаем температуру до 90 градусов и будем доводить до 58 градусов внутри батона. Вот вставлю. И будем от температуры отталкиваться, а не по времени. Все, закрываем и ждем. Ну, в общем, все. Колбаса готова. Просто видос немножко снял, а камера, получается, видео пропало. А когда температура дошла до 58, я залил крутой кипяток в поддон и готовил до 68 градусов внутри батона. Получается, я сейчас немножко поджарить ее решил, побольше сделать там. Открывал. Колбаса готова. Сейчас будем душевать ее. В автоклав налил воды холодной, ледяной. И теперь отправляем туда по очереди колбасу. Она быстро остыла. Все, так оставляем до полного остывания. Всем добрый день.
прошло уже 3 дня с момента, как я готовил колбасу. Она отлежалась в холодильнике, висела у меня. Вот такие плотные батоны получились. Сейчас я даже не пробовал, сейчас вместе все разрежем и посмотрим на свете, ну и попробуем, как говорится. Ну что, приступим. Получается, я уже на аромат чувствую, что это вкус ветчины. Оболочка снимается хорошо. На вкус сочная. Соль умеренно. Соль умеренно, так. Но я эту колбасу буду потом коптить. Шкурка снимается, все хорошо, отлично даже. Ну, ветчина получилась. Закоптить и будет краковская. Пока полежала при комнатной температуре, немножко растаяла. Даже желе получается оттаяло. Сейчас в холодильник убрать, будет такой желатинчик. Ну ладно, всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь на канал, будет много интересного.